Привет, с вами Шмик, мы продолжаем проходить игру под названием Have a Nice Death. Да, как-то так она называется. Давайте еще пару сделаем забегов обычных. Потом я уже сложность поменяю на низкую. Потому что, ну блин, чтобы не затягивать прохождение. Босс, ха-ха-ха, вы только послушайте. Это просто нереально. Очередная сплетня? Ох, ладно, я слушаю. Ходит сплетни, что Джерри собрался распространять листовки с агитацией за вступление в профсоюз. Он дрессирует обезьян раздавать листовки и обстреливать ракетами как в кабинете, чтобы всех отвлечь. По-моему, кабинет нельзя обезьяны. Листовки. Очень хорошо. Допустим. Я вижу, что вы мне не верите ли? Не поверили. Но у меня всегда надежные источники. Босс. Мимо меня муха не проскользнет. Знаешь, Джослин... Ты мне очень симпатичен, и я говорил, что твое нездоровое увлечение сплетнями меня не слишком беспокоит. Кажется, я передумал. Осторожно, не теряй бдительности. Так, победить первого вас... В принципе, можно. Новинка Джо. Ну, типа, первого за 5 минут это быстро будет. Или мне нужно первый этаж пройти за 5 минут. Приветик, Патрик. Как настроение? Думаю, что отлично. Да-да, приятного вам в смерти и хорошего дня. Эй, Патрик, алло, я прямо перед тобой стою. Ой, точно, извини, Грета. Я еще не проснулся, решил, что это клиент подошел. А, я в курсе, что это не заразно, но мне слегка угнетает состояние нашего директора. Поэтому вам обеденный перерыв у нас силовая с работой на баланс. Никакие выгорания не выживут. Не проскочит. Так. Копье. Ну ладно. Подожди, у меня копье, кстати, прокачано это. Копьем. Копье. А ну-ка. Давайте убьем хорошо. С помощью копья. Так, оста плюс. Ого, вот это уже лучше намного. Временно 25 урона, урону при поглощении миона. Уничтожить выпускает вы несколько смертей. Ну, легендарка, почему нет? Плюс 5 к урону. Так, подожди, итого у меня сколько урона? 21-16. Так, снаряжение, кабинет, повышение ритма. Так, отдел... Давайте снаряжение, хотя витальность надо поднимать хп. Наверное, снова пойдем по низу. Фастфудный.
анимом. У меня аниму нужно получать больше по заданиям. Копьем. А, то было рукоиной Лоренцо, прошедшей прекрасную военную подготовку под видом мужчины. Ведомая отвагой, она бросила в атаку на жуткое создание, лишенное жизни ее верных товарищей. Смерть будто бы не замечала воткнувшись в мантию копья. Поверхнув головы на 180 градусов, дабы взглянуть на Лоренцо, и сердце ее сковал ужас. Как можно оружие до максимума прокачать? Сенс, это хпшка. Он. Ну, слушайте, в принципе, этот босс не такой сложный. Он сначала показывает, куда он будет атаковать, поэтому он не... Ну, реально не сложный. Видите, я говорю, типа, тут повторяется. Местам. Контракт. Надо было одну схавать. 17, что так мало. Ну, пусть будет лучше косам. Блин, я ульту не использовал. Хотя ладно, сейчас мы используем на боссе. На самом деле, контракт этот я не очень понимаю, что мне не дают. Так, плюс лечение. Замечу, что у Брэда, кстати, меняются атаки. Вы устроили вылочку, Вилли? Я в шоке от... Конечно, без всячий, но он мой брат. Бро, Вилли душит от коллег. Ты перечишь директору. Я вас обоих в порошок разорву, бро. Вы наши. А, да?
Ну, такое. Куда я без своей восьмерты... Не решили, что мне делать? Последний раз говорю, Вилли, не твой подчиненный, я отвечаю за безопасность. У вас абсолютно разные задачи. Так, уничтожение. Дополнительный эффект при убийстве врага. Снижает получаемый урон, эффект срабатывает от каждого получаемого удара. О, неплохо, кстати. Зловещное снаряжение, шанс, что сработает критический урон. Пусть лучше будет плюс 5 защиты за каждое получение урона. Знаете, господин директор, я всем говорил, что Брэд на этой позиции не подходит. Позволите мне привести внимание к кавычкам вокруг имени. Иначе как ходячий картофоин его не назвать? Пытаясь решить одну проблему, он порождает десятки новых. И это он уже по обстоятельствам начал. Те времена навсегда впечатлились в памяти юного трудного экспорта, который я тогда был. И невероятно 47 минут, 12 секунд и 18 миллисекунд, Джерис, средненько. Ты сюда из-за дела пищевых токсинов почти час добирался. О, я больше не могу. Кофеек, мне нужен кофе. Не советую пить кофе сразу после физической нагрузки, если точно ты хочешь добиться к своему среднему времени еще 20 бесполезных минут. Люк. О, даже хорошо это так. Лучше кофеек в моей загробной жизни. Ай-яй-яй. Ну вот почему час отличных здоровых занятий на смарку. Красная картошка, Джерри, красная. Да что ж, пора переходить к настоящим полосе препятствия. Мне надо в Патрику. Сходи написать заявление по поводу пропажи моего ботинка. А, это мы же его встречали, да? Так, пищевой, поехали. Попробуем еще пищевого раз одолеть. Что-то нужно идти на снаряжение, кстати. Вот мне какую-то хрень дают. Лук. А давайте мы, наверное, с вами лук поменяем местами. КХП на смарку. А, это не авто...
Не с автонаведением. Эссенция. Призма. Появление призмы, она вас сразу прокачивает предмет. Ну что мне дерьмово на самом деле тоже идут. Так, подожди, он все-таки автонаводка или нет? Золотое солнце, хорошо. На самом деле оно непонятно. Либо оно с автонаводкой, либо оно без автонаводки. Опасный этаж. Погнали. Опасный ли этаж? А, так я могу выбирать еще куда стрелять. Да почему я секреток не вижу? Сюрикенчики. А, давай попробуем. Насколько он будет эффективен.
Стоп, я разве в Сенсу пошел? Цукерка. Пойдем в Цукерку. 6 урон за одну атаку. Плюс кровотечение. Все, этих я уже тоже добил. Количество, которое нужно. Какая-то у нас слишком шустрая. Так, бонус урона равный текущему ХП. Уничтожение выпускает несколько смертельных бабочек. Не, как это? Ладно. Так, все, лук мы прокачали. Отдел кадров. Да, это место очень сложное, на самом деле. Почему я способность для босса не использовал? Секретки.
Я хочу секретки. Ай-яй-яй-яй-яй, как же я ступил. Так, инферма за мозг, коса урон. 22. Мастерская. Так, поехали. Можно улучшить косу, кстати. Но один раз. И хотя можно еще за призму где-то улучшить. Не, давай так. Вальда. Будем тогда обычными атаками его атаковать. Сначала накинем на кровотечение, будем просто бить, пока не убьем. Пока у нас защита работает. Красивая коса. Но ее придется конфискировать. Вальдербургер идет руками. Не забудьте облизать пальцы. Как тебе это палец? Тайски, вы издеваетесь? Это жесть. Это сложно. Короче, ставлю легкий уровень сложности, да и бог с ним. Давайте еще один забег сделаем. Просто смотрю, что может новое что-то появилось. Диалоги какие-то. Я просто не знаю, эти кристаллы, они используются для чего-то или как? А, типа, если испытание прохожу, то я сразу получаю... А, так мне не сенсы дают, а душу халявно. Отхилку. Подожди, а там еще была двойная коса? Привет-привет, Джерри! О, симпатичный прикид. Мне нравится. Я в специальной летней выпуске шагал им... Шага к могиле. Читал, что если носить только один ботинок, улучшается кровообращение. Ого, ага, класс. Значит, мне нужно официально заявить о пропаже ботинка. Форма B55, верно? Эй, полегче. Ты куда так спешишь? Для начала нужно запомнить вот эту анкету, чтобы составить описание пропавшего предмета. Погоди-ка, но это же... Это очевидно. Ботинок обычный старый черный ботинок с черными шнурками. Зачем лишнюю бюрократию разводить?
Ты шутишь, Джерри? Мы должны действовать по инструкции. Так что будь любезен, запомни эту анкету. А вот тогда и только тогда я тебе дам форму B58, а вовсе не B55, о которой ты попросил своего друга Патрика, иначе ты бы все перепутал, и вот тогда все будет отлично. В таких вещах нужен порядок, иначе Орвилл удар хватит, если запрос будет нечеткий. И не зря. Так что действуй как положено. Ладно. Так, плащ корону. Любопытный этаж, снаряжение, опасный этаж, кабинетность. Давай любопытный этаж. Может, я, кстати, любопытный этаж открыл? Оценка скорости для начинания. Вперед. Пройдено. Оглушающий успех. А, типа рандомно дают вещи. Опасный этаж. Снаряжение погнали. Мне снаряжение нужно, оружие поменять. А то с этой косой невозможно играть. Она медленно, оказывается. Хотя, глянуть, какой у нее урон. 10, тоже 10. Лучше обычную косу брать. Хотя, подожди, у нее же и должен быть эффект. Накладывает эффект страховка от несчастных случаев, чтобы это не значило. Надо было отхилиться. Какой же полезный предмет? Нет. Что нам ману тратит? Типа, если могу пойти к боссу, почему бы нет? Мне же их все равно нужно одолеть там какое-то количество. Показалось. Thank you.
Отлично. Изи. У меня еще защита есть. Подожди, мне за каждого будут давать эту хрень. Коса. Защита на 10 секунд. Снижает получаемый урон. Эффект обрабатывания. Ну, типа, ладно. Я понимаю, что я могу использовать лифт, чтобы сразу идти к боссу, но... Хотя, с другой стороны, если ни хера так не получаю. Но я могу карточки получить и валюту. Надо не забывать. О, купить хотя бы стрелы. Здесь же проклятие. Мне в натуре надо что-то... Хотя, ладно. Выпускает ворон. Месть. Эффект срабатывания от каждого получаемого урона. Коса. Коса плюс 50 урона. Заряженные атаки. Скорби при попадании дает 20 УЗ. Ладно. А, вот это наконец-то, хвала небесам. Ничего не видно, знаешь ли, кое-кто реально работает, а не притворяется. У меня полное дело. Притормози-ка. Мне не нравятся эти намеки. К счастью для тебя, у меня к тебе вопрос. Как дело с поисками? Нашел мой левый ботинок? Потому что меня уже достало работать в носках. А? Ты о чем? А, форма БВ-58. Нет, я до нее еще не дошел. Это не периодический вопрос. Не приоритетный? Да мне происходит по всему залу смерти, да, одного нога скакать. Надо мной все смеются, потому что я похож на клоуна. Смотри в планировщике в этой здании 6 приоритет. Тебе надо поговорить с Джо. Это он постоянно его задачу занимается. Да-да, запланировано не проблема, проблема сделана запланированная. Мы знаем, я как это работает, приоритеты. Так, ну что, погнали, Брэд. Ну да, видите, здесь слишком много хилок у меня. Вы решили порвать на клочки родственные свои книжонки, вау. Не смешивай бессоверенные документы и мой личный реестр, мерзавец. И не пытайся надавать мне на кучу вины. Ай. Ну да, это панул. Манипулировать чужими эмоциями — это низкий бред. Не смей, я теперь не могу манипулировать. Короче, как я понял, я его очень быстро убил из-за того, что у него хп на 25% меньше. И каждый с проклятием. А стоимость заклятия вырастает на так. 150 хп. К таблеткам. Ну, мне через больницу пойти или через больницу. Хотя ранг 3. Понятно, почему оно такое.
Ти-ти-ти. Проппер в последнее время что-то чудное, будто сам не свой. Естественно, его постоянный дизайнерный слушание вызывал. Я бы на его место тоже расстроилась. Нет, наоборот. Он все время улыбается, даже подозревается со мной. Поздоровался со мной. Предложил нож начистить. Я сказал, что не надо, потому что я пользуюсь убийственным блеском. И Шварцмертв. Клинок сверкает как новый. Кстати, а тебе не больно ходить с ножом в голове? Нет, нормально. Нож вошел в центр обработки визуальной инфраструктуры, так что пострадало только зрение, поэтому я не в очках. Поэтому я в очках. Мой ботинок упал в бак с расплавленным чеддером. Чего тут сложного? Точно, задача B58, помню. Мне Патрик оставил заявку около 2 недель назад, или типа того. 2 недель? Невероятно. Точно это кошмар, и я скоро проснусь. Не зачем так орать. Ты остановлен отдых меньшень. Отлично. Ладно, я понял, такие у нас значения правил игры. Пойду поговорю с Патриком. На этот раз очень громкое безобразие. И все из-за такого ботинка. Аниме. Да уж. Ну, фастфуд идем. Снова попробуем. А, там, кстати, улучшение карточек красного цвета. Имеется в виду, и оружейные карточки улучшаются красного цвета. Конечно, классно то, что мне улучшили косу. Но секретки так и не проявляются. Так, хранить... пойти за заклинание? Надо идти, наверное, хранить заклинаний. Потому что мне нужно второстепенное оружие по-любому. У меня его вообще нет. Или нет, кусачки есть, да? Да, кусачки. Кусачки, конечно, можно использовать, кстати. Но это не то. Не, на самом деле, кстати, может даже и неплохо эта кусачка.
О, наконец-то. Что-то ценное. Так, блин, жалко, что здесь сразу нельзя посмотреть, сколько я уже атаковал этих. Заклинание с песиком. А, его улучшить надо. Ну, понятно. Да, видите, типа, легкий уровень это вообще легкий какой-то. Легкий уровень реально легкий. Ударная волна. Сейф. Мне нужно 120 с чем-то душ. Ой, короче. О! А, то есть я даже могу использовать, когда у меня даже недостаточно маны. Бля. Вернем. Цукерка. Ну, блин, она очень неприятный босс. Ну, пойдем, ладно. Она довольно неприятный босс. Придется ультануть на нее. Так я могу и вверх атаковать. Лол. А.
Так, время больше хилок давать, не думайте. Так, удар не прерывает комбо. За счет чего мне дают комбо? И тоже я как бы получу урон, а где ворона? Почему их ворона не атакуют? Вводим то, что нужно больше карточек брать. Главное, чтобы проклятия были не жесткие. Хорошо. Бум-бум. Нанесите 35 бонусного урона, плюс 50 к получаемому урону. Фу-фу, не, спасибо. Шанс 50, что сработает удар в спину. Удар в спину плюс 30 урона. Неплохо так сменил. А что есть урон? Магазин. А чё не кузница? Я думал, будет кузница. Ну ладно. Мне не хватает Даши. Поехали. Пытка не пытка. Пытка, не пытка. Лучше, знаете, на вторую фазу использовать ульту. Зафиксировано улучшенное здоровье, проклятие. День-день, настройка боевого модуля. Ура, уже не жду и дождь. Один супер кровавый вальдобокс, вперед. Но хотя у него хп должен быть меньше, поэтому я должен, по идее, выиграть. Ой, не то нажал. Хорошо же. Мы повторно разберем этот вопрос радиоблага компании. Мне казалось, что возвращаться к нему излишним. Приятного аппетита! Вальда, вот что я жую. День-день-день. Нехорошо пользоваться чужой способностью.
О, так оно еще не хоро... неплохо. Коса шанс, что сработает критический урон, о, неплохо. Следующая атака наносит критический урон. Ух, живем. Наконец-то мы его одолели. Ну вот понятное дело, что благодаря только этому. Но хотя я бы и так прошел на самом деле. Хотя не факт. Что ты сделал, упс. Ой, здравствуйте, босс. Как ваши дела? Что здесь произошло? Ты... я бросил себе новую тыковку. Смотрите, какая новая, здоровая, правда? Нет, до этого. А, я заказал себе ланчбук Super Hardcore от Вальда. Мне Орви посоветовал. Наверное, надо было брать вагенские, а то для меня получилось слишком хардкорно. И я даже не знала, что еда может быть... может съесть тебя. Это что-то новенькое. Кто посмел? Бургер из отдела пищевых токсинов. А, что? Тоже хотите попробовать? Запомним. Я покажу им, кто следующее звено в пищевой цепи. Ой-ой-ой, когда вы говорите, меня всегда дрожь пробирает. Отлично, очищает. По мнению смысла. Поразительно, почему здесь так тихо? Что происходит? Сегодня же 18, то есть... конфетти Армагеддон. Я что-то ничего не помню, не понимаю. Это отменили орки после того, как босс поговорил с Цукеркой. Так что конфет не будет. Ты бы выходил из мастерской почаще. Эх, жалко, я только что прикончил штуку, приготовил. Только представь, Гриета поторопила пулемет с стремящими конфетами, прикинь, как было бы круто. Так, отдел заболевания, отдел зависимости. Отдел зависимости, как понимаете, там очень будет много пилюлек. Отдел заболевания, поехали. Ну, вниз мы уже спускаться не будем. С к этому хавчику. Я думаю, чернильный он более легкий на самом деле. Но снова, если брать чернильный, нужно играть через Вилити. Через зеленое, а если через нижнего, то там красные предметы выпадают. И это нужно просто иметь в виду. А, так пилюли сами по себе разные бывают. Просто по мне обычная Хасана лучше, потому что у них одинаковый урон, по сути. Так, отдел Тоша над этим. Типа, на самом деле, если идти по верхнюю, они проще. Но нижние не сложные, но там даются в основном красные карточки. Вот в чем прикол, понимаете? В этом вся суть заключается.
больно вообще-то. Как можно в спину атаковать только босса, получается? Ага. 200 штучек у меня этих уже. Запускать силовой щит. Ну это если знаете. Не, хотя. Любопытный этаж. Пойдемте посмотрим, что за любопытный этаж. А, любопытно, это значит с испытанием каким-то. И попадите под удар. Ау. Эссенция. Было неприятно. Так, а здесь босс у нас крабик, да? Ну, в принципе, на второй стадии можно будет ультовать. Когда идем. Ну да, вон стреляет лучом. Ну, это, как я понимаю, просто редкий противник, ну как, сложные противники. Я должен был проверить. Хоп-хоп-хоп. Босс или сейф? Давайте, наверное, сейф. Потому что боссу я не хочу идти. Потому что я по-любому потрачу то, что у меня есть. Ульту. А я как бы ульту не хочу тратить. Я понимаю, что можно и ульту не тратить, а его убить.
Ну, нынешнее наше оружие, оно довольно медленное. Так, мне говорит, что там... А, надо идти заполнять. Чё по хп? Ну, зато ульту наполнил, хо. Ну, это плохо. Мастерская либо магазин? Мастерская. Надо косу улучшить. Так, погнали, сенсы. Копьем. Целая волна бьет дальше. Гыкряк. У него, в принципе, атака начинается сложная, это когда он просто бьет около тебя. Мой план работает, ситуация развивается точно по моим расчетам. О нет, теперь это сейчас будет убеждение от меня, что так и не надо. Нет. Поражение, позор, и все равно это недостаточно. Для чего? Я не могу умереть, я смерть, смерть! У меня, кстати, хп стало красным, значит я чуть не погиб. А, мы живем. Так, критический урон. Если у вас 25 ОЗ, урон плюс 15. ХЗ, кстати, что из этого лучше? ХЗ. Ладно. Рад и не рад помочь директору. Единожды. Я почти погиб, кстати. Да блин, прокачки нету никакой, в смысл. У нас до этого, да, был какой-то... Супер оружие, какие-то слишком выносящие все.
Так-так. Вы просто пытаетесь энтузиазмом, директор. Это удача, потому что еще не надо всю, да абсолютно всю вас жалели. Господин директору нехорошо, господин директору слишком много работы и так далее. Признайтесь, директор, разумеется, только между нами. Вся эта история с выгоранием, это ведь просто повод оказаться в рядах обязательной, правда же? На 10 минут. Как кофеечек Джерри нравится? Ты что-то тут подлил, и я по твоему лицу вижу, и это решение меня проникает. Ладно, ладно, угадал. В общем, раз босс разбился от ХН-4, решил подлить от его кофеечек. Чисто, чтобы немного тебя взбодрить. Фу. Что, не веришь? Скажи, что ты веришь. Да шучу, конечно, хе-хе. Видел бы ты твое лицо, я в жизни не видел, чтобы ты так быстро двигался. Очень смешно. Пойду трусы постираю, а то я их со смеха намочил. Ты в курсе, что такое реальное было? С Терри и Люси из логистики. Как я понимаю, у меня ничего не тратится, да, пока мы... Так, отдел войны. Так, ну у нас 10 минут. На все про все. Так, да, 25-157. А, здравствуйте, босса. Вы случайно не знаете, какого у нас поблизости высокое полотно? Не могу понять, увеличен ли в расчетах искусственного апокалипсиса неба. Ох уж этот отдел войны. Подиканцевайся, когда майор бомбит все подряд. Спросить Джон насчет бюджета на звукоизоляции. Так, так, ага, вроде есть, пойду. Надо расчеты закончить. Ой, блядь! Что-то как-то слишком сложно. Комната передышки, кабинет смены. Так, погнали, комната передышки. Лучше быстро пройти, потому что у меня не так уж много. 10 минут у меня. Но комнаты уже широкие пошли. Так, хранилище плащи, поехали. Я не знаю, могу мини-босса еще попытаться убить здесь, который будет. Но есть ли смысл? Есть ли смысл? Thank you.
Игла. Ни хрена себе игла. Кабинет псюр. А, погнали. Попробуем. Погибну, погибну, типа. Лол. Ну просто если я один раз игру пройду, я уже повторно играть не буду. Ну, может быть, только чтобы посмотреть другие этажи, которые пропустил. Все? Это весь босс был? О, хорошо, две эссенции. Так, следующая атака наносит критический. Удар, выпад. Шанс, что сработает удар, выпад. На вылет. Критический урон по оглушающим целям. А мне такое все. Ладно. Осторожно, нужно брать магазин к ценам. Плюс лучше будет цены. Так. Погнали магазин. Хотя мог мастерскую пойти, кстати. Ну ладно, бог с ним. Так, пора себе хорошим отдыхом или на что бы там хотели впустить. Пусть будет, я как раз хочу посмотреть, будет ли оно у меня в запасе. Любопытный этаж, погнали. Мне нужно сэкономить время. 50% урона. Или сколько там. Неважно. Не попадите под удар. Понятно. Майор Психан. Мне кажется, главное, чтобы он чуваков этих с базукой не вызвал. И мне кажется, у него будут атаки, как раз связанные с базукой. Так, две хилки есть, если что. Прекрати огонь, майор. Вы убираете слишком много людей. Мы уже не справляемся. Огонь из всех орудий пленных не брать. Почему добивать желаем всегда так трудно?
Воу. Да, ульта это просто ужас. Приказ принят, главнокомандующий. Прекрасно. Разрешите теперь работать план наставления. Оставь, майор, хватит пускать дырявить наших клиентов. А это была где-то отсылка такая же, да? Когда кто-то нажимал, и вокруг него снаряды. Вилли Койот, кажется. Сорванный отпуск. Так, ну это был успешный, да, забег? Ну типа, видите, как и в Хейдес. Просто нажми легкий уровень сложности. Все. Ну хотя у нас мы косу хорошо заточили, поэтому да. Ракетница. Новый предмет. Новый предмет, новый предмет. Да. В смысле про... А. Почему провал, подожди? Понял. Долой, долой, долой! Джерри, что-то происходит? Что ты здесь делаешь? Как представитель профессора сотрудничает зал смерти, и здесь собираешься все. Весь персонал зал смерти объявил забастовку. Только этого не хватало. Весь персонал? Почти. Вздох. Хорошо, Джерри. Каковы ваши требования? Счетчик душ в приемной перевалил за миллион. В кратчайшие сроки это невыносимо. Мы требуем снижения. Ты хочешь сказать повышение? Нет, снижение количества файлов для обработки. Ты не поверишь, но именно этого я и хотел добиться. С самого начала я сделал все, что в моих силах, чтобы исправить ситуацию. И на этом прошу меня извинить. У меня куча дел. Босс, недельный отчет, темп по работе бешеный, во все росту виснет хвостов. Во-первых, Брэд со своим бесконечным отдыхом, больше еще мистер Гидра, но он... Да-да, извини, что перебиваю, Джо. Напомню, какой сегодня день недели? Понедельник, босс. Само собой, что понедельник у нас... Недельный отчет всегда по понедельникам. А вчера что было? Вчера... Не помню. Ну, неважно. Цифры, босс, цифры. Из корабея. Почти, почти. Ваши аплодисменты главному борцу за здравый образ жизни. Грозе фастфуда. Ура, ура, ура! Потише говори. Ты чего раскричался? Потише? Когда над вашей компанией нависает едва ли не страшнейшая угроза в истории, вы это серьезно, босс? О, боюсь, угроза над моими нависала порядочно. О которых из них ты говоришь? Сидящий образ жизни, босс. Вы посмотрите вдруг шваш вместе мышц. Половина персонала начинает потеть от одного мысли, что надо дойти до автомата с кофейком. У вас все нормально? Благодаря стараниям вашей покорной слуги, вы пока еще не в форме.
Объявили войну для блести мускулов. Прекрасно. Что вы понадобите совсем пример, как надо работать над собой. Предмет доступен. Срыв. Скорби. 25, скорби. А, тут типа будут картины, да, как я понимаю? Так, ну это все получается, ребят. И камень, кстати, не сохранился. Он тоже тратится. Так, ладно, проклятие, что у нас тут есть нового? У нас тут должно быть много чего нового. Устал играть. Надо пойти поесть хотя бы за сегодня. Я с первой серии по эту снимаю. Так, враги. Ворон. Эти злобные пернаты сделали наполовину из ниток макрамы и наполовину из колючей проволоки. Вот их нет руны перепутать с земными терсками. Еще и бы и не были такие же мозги, увы. Но вороны зал смерти просто поражают тупостью. В общем и целом, перопризраки — это самые обыкновенные призраки, только раздраженные. Что-то стали плевать огненными шарами, патрули предлагала им корпоративные тренинги в кругу локации, Гриеппа, пытаясь научить их сбрасывать стресс в спортзале. Но все было тщетно. Так они ходили вечно недовольными. Когда акционеры компании подписали первое соглашение сотрудничества с Корбями, в каждом отделе отправили несколько призраков, занимаются ключевыми административными вопросами. Они уже тогда были немногословны и не приглашали никаких усилий к тому, чтобы наладить отношения с коллегами. Самый простой способ отличиться потерянную душу от призрака – это наличие у последней галстуков. Прибавляя к оставшейся от скандального сотрудника, хищники порог други лишний глаз. Гордон постепенно сформировал настоящую службу наблюдения за сотрудниками. Каждый швырк обязан подглядывать за работой сотрудников отдела, чтобы те ежедневно отрабатывали как минимум обязательно 10 часов. Не в силах спрятаться с давлением руководства, а также с собственным артериальным давлением, пульсары занимают задания, которые требуют минимальное возможное эмоциональное направление. Малейший стресс черва для них кровоизлиянием в мозг или разрывом о нервные желудочком. А еще, если Гектор Кряк внезапно спустит новые поставления или в отдел на арене сам смерть... Коновал... Так, маратель. Эта категория сотрудников появляется в ЗАО «Смерть» весь оригинальным образом, как только сотрудники одного из отделов перестают справляться с работой, а это происходит весьма регулярно, остаточно его душа мгновенно высасывается в колодец и преобразует эссенцию. Работники превращаются в послушного существа, невозмутимо выполняющего любую черную работу. Ветеран. Пермассовый набор сотрудников в отделе майора прошел очень гладко. В те годы за земли бушевали неслыханные жестокие войны. Во время Первой мировой в каждой окопе можно было найти сотни прекрасных кандидатов. Ветераны — это опытные солдаты, погибшие на ничейной земле. Кто от снарядов, а кто от циклона. Бомба. А это девочка. Как легко догадаться, по названию «Отдел войны» в нем собираются все самые жестокие и гнусные творения рук человеческих, самые странные и весьма ненавидимые наказания лорда рода людства. Бомбы — это маленькие девочки, и они занимают далеко не последнее место в иерархической надежде приютов за смерть. Ужасов ведь все знают, какие разрушения они сеют всюду, где окажутся. Бомбарон. Во вторую половину найма сотрудников в отделе войны рядом душ получили отказы по самым надуманным причинам. Майор почему-то захотел организовать им найм как полеженным, для чего призраков Патрику надел шлем и кольчугу. Бедняга отчаянно сражался за право украсть наряд небольшим желтым цветком и заставил кандидата выстрелить в
колонну и бегать. Бомборы — это бывшие пилоты Первой мировой, илые, но ловкие. Но для их работы именно это и требуется. Так, шашлычник. Вы были в корпоративной столовой? Конечно нет, ведь вы, как положено всему уважаемому себе сотрудникам и клейма ЗАО «Смерть», никогда не упустите шанс приобрести что-нибудь в магазине «Марка», где подают первоклассный кофеек. Однако солдаты из отдела войны с завидным рвением пытаются пошатнуть монополию нашего дорогого «Марка» на обеды. Их-то привычные к ужасающим блюдам из окопов. И прозвали шашлычниками. Катаракторы. Среди военственных сотрудников отдела войны. Они скрюченные бойцы стреляющие, пожалуйста, жалься всем. Когда все ранобомбардиры и так далее погибают на поле боя, то у них отдается сохранение своей функции часть тела. Процесс отбора произведется в соответствии с таблицей конверсии кинетических военных ресурсов или просто ТККВР. Это одно из самых национальных майор, призывающая организацию переработку сотрудников и избежать дополнительной найма. К сожалению, у составления таких образом сотрудников есть недостаток, у них нет одного глаза. Всякая попытка прицелиться или просто налить кофейка грозит катастрофой. Сласть был. Ну, видите, здесь еще два неизвестных нам противника. Хотя здесь еще вон сколько противников. Или это мини-боссы? Риса Сюр. Живое оружие сюрприса. Одаренный инженер, работая с металлом, всегда было для нее утешением. Особенно в темные времена, скажем, в Первую мировую войну. Так, работа с металлом всегда была для нее утешением. Особенно в темные времена. Так. Однажды Риса оказалась в окружении вражеских солдатов. Удержала позицию несколько дней, пока не погибла темная зимним вечером от голода и жажды. Долго, очень долго мисс Сюр бродила у входа в зал смерти. Поиски еды. Она собиралась быстро чем-то подкрепиться и вернуться к работе. Цукерка, ведущая мероприятие. Люси Фрукт, прошедшая прекрасную подготовку, актриса, при поступлении в консерваторию, выброшенная для себя клоунское дело. На сцене Люси дополнительно свои намеренно сложные акробатические обучения стоят деньги, и поэтому Люси работает ведущей утренних и детских кружочков по средам и праздникам. Эти занятия научили Лю великолепно справляться со сложной аудиторией. Мистер Гектор Кряк. Мистер Гектор Кряк, руководитель отдела заболеваний Гектора, проявляет себя на профессиональном попище еще до происхождения в зал смерти. Этот краб обязан успехом только себе, на самоучка и, собственно, ручно разбодал напасть, которая будет мутить всю живую еще немного тысячелетий. Ради появления на свете великой и ужасного Гектора пришлось пожертвовать пациерией и скомбинировать собственные клетки самым неестественным образом. Майор Йорн Плехас. Майор Йорн Психас, руководитель отдела войны на земле Уорна, был ходящим катастрофой в зал смерти, он воплощает настоящие крупномасштабные бедствия. Впрочем, крупномасштабное не очень подходящее слово, ведь даже когда он стоит по стойке смирно, то есть примерно всегда, его макушка едва дотягивается до метки 1,20 м. В свое время малютка Йорн, вдохновившаяся всевозможными сорвиголовами в хаке, отважно отправился в путь с билетом в один конец. Оседлав беголовку, смерть и налоги 850. Юнит смело и решительно распрощался с жизнью. Такое приключение остудило бы пылы любого, но только не у Ордена. Вальдо. Вальдо, руководитель отдела пищевых токсинов. Ошеломительный успех заключается ненасытно. Верил в моду концепты смерти от голода. И положил начало новой эпохи массового истребления человечества. Смерть уважает инновации. В данном случае он нашел вдохновение в состоянии в 20 веке революции пищевой промышленности. Сет фастфуда под именем названия Вальдо буквально золотило на дешевых бутербродах до чистой жира с сахаром, то есть только и заглушающей
голод разума химическими ароматизаторами. Смерть унесла душу юного сотрудника Вольда, который очень удачно оказался заперт в холодильной камере. Молодой человек не слишком удивился существованию зам. В конце концов, все сводилось к данному знакомой ему цели. Повышать ее раз, повысить производительность. Ну, дальше скорее есть его. Ну, два босса, видеть, каких там еще не увидели. Ой, еще дальше читать. Дублит. Если спросить смертно какой-нибудь любимый фильм, он незамедленно, постепенно, что работает, не позволяет ему выделить время на поход в кино, и поверит в это нетрудно. Впрочем, кое-какие детали намекают на предстоящий директор заун смерти в кинотеограммах. Например, дублит. С помощью очень удобного сражения... Удобно сражаться с двумя противниками сразу. Справляясь с такими тяжелыми оружиями непросто. Но зато против него не выстоит и самый опытный мечник. Только представьте, вы происходите в офисе в костюме ниндзя с красной боевой раскраской на лице и оружие круче, которое ничего не быть не может. Только не скоро забудете, даже если вы не придумали ни одной крутой фразочки. Но, конечно, гадать, какой у смерти любимый фильм, можно вечно. И уставить без... Плодный спор о том, какая часть самая лучшая, а какие не очень, а также абсолютно бесчисленные спи-оффы и не самую приятную международную компанию, которая принадлежала на франшизу. Тоже не стоит чего лишний раз нервы трепать. О, не хочу, все. Давайте еще места глянем и все. То и уже так устал, пиздец какой-то. Так, отдел войны. Отдел войны также претерпел значительные изменения, отражающие развитие военной отрасли на поверхности Земли. Люди постоянно изобретают все новые и новые способы убивать себя подобных. И в искусстве войны нетрудно найти решение многих экономических, технических и материальных проблем, с которыми сталкивались за смерть. По логическим соображениям, смерть приняла решение группировать оружие будь в хронологическом порядке, начиная с античности и заканчивая современностью. Немалую часть отдела занимают боеголовки, также танки и самолеты. Отдел пищевых токсинов. Это было... Все. Все, хватит. На этом мы с вами заканчиваем. Проходите вообще игру. Поэтому что я могу сказать? Давайте оценивать. В игре очень много всего. Есть необязательные, то есть можно улучшить как бы здание, сооружение. Давай, хотите, можем купить что-то. А, тут видите, все закрыто. Увы, тогда не получится. А есть улучшение, просто кастомизация, так сказать, локации. Плюс у нас с вами есть отсылки. В игре также присутствует различное количество предметов, которые можно собирать. Ну вон, коллекционировать можно много всего тут. Просто много всего. Также с покупкой разных предметов, оружия, ну типа много всего. Второй плюс, третий плюс. Есть юмор в игре как-никак. Разновидность количества врагов. Бестиарий. Бестиарий — это отдельный плюс. Боссы. У боссов есть стадии. У каждого босса есть какие-то фразы. Ну, как я говорю, Хейдес, в принципе. Но если Хейдеса можно хотя бы было, знаете, немножко улучшать персонажа, да, его характеристики, то здесь этого как бы вообще нету, я не понимаю почему. То есть здесь характеристики своему персонажу улучшить нельзя. И это бесит. Единственное, что мы можем улучшить, это, в принципе, ну, вот эти ништяки и все. То есть, хилки. Все, а то есть, какие-то физические улучшения мы не можем ничего прокачать. А это плохо. Ну, ладно, так, 4 плюса. Минусы. Как раз вот за то, что я говорю. Нельзя прокачать характеристики персонажа. Да, есть много карточек увеличивающих, но... Карточка, увеличивающая урон косы на единицу. Что это? Ну на единицу, вы что, издеваетесь? Вау, урон единицы, это так же круто, это так же много. Да, можно, я понимаю, улучшить косу на вкуснице.
Но для кузницы нужны элементы. Ладно, треугольнички, хорошо. Если бы треугольнички можно было собирать, они бы сохранялись, тогда бы без вопросов. Но этого нету, сохраняется только золото. Остальное ничего, оно все сбрасывается. Почему нельзя это сделать так, чтобы мы это собирали хотя бы, чтобы оно сохранялось? Это очень странно. Поэтому за это я как бы ставлю минус, потому что не очень обдуманная система. В игре, да, есть много всего. Боевка, ну... Знаете, вот тоже. Есть три вида косы. Или сколько их там. Но при этом... Мы как бы с вами... имеем только по 10 урона. Типа, есть медленная коса, у нее 10 урона. Есть быстрая коса изначально, которая... У нее тоже 10 урона. Почему? Ну ладно, это такие уж придирки, можно сказать. И... Ах, слушайте, давайте я еще 5-й плюс поставлю, знаете за что? В игре есть ульта, которую можно использовать, да? Но здесь ульта работает на все предметы. То есть проработанный каждый оружейный предмет. Это прикольно. 5 плюсов, 1 минус. И, в принципе, как-то на этом все, что я могу отметить. Поэтому, как-то так. Поэтому, всем спасибо за просмотр, ставь лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до следующих игр. Всем пока. Лучшая игра в жанре roguelike это у нас с вами Айзек. Поэтому всем пока.